Всем привет! Продолжаем рисовать знаки дорожного движения. Сегодня мы нарисуем знак, который входит в категорию расстояние до объекта. Давайте будем рисовать сначала прямоугольник. Знак будет довольно-таки простой. Вот наш прямоугольник готов. И внутри этого знака мы напишем цифру 100, букву М и стрелку вправо. Давайте будем рисовать сначала 1, 0, 0, то есть 100, потом пишем букву М и стрелку вправо. И вот так можно ее сделать пошире, потолще и вот так вот закрасить. Если вы увидите этот дорожный знак впереди, то вы поймете, что какой-то объект, например, заправочная станция или еще что-то, будет где-то впереди через 100 метров. Вот так. Есть еще другие знаки, которые обозначают, например, объект находится в 300 метрах. Это будет цифра 300 метров и стрелка слева или справа. Вот такой у нас простой знак. Всем спасибо. Ждите новые знаки дорожного движения. Пока-пока.